Всем привет! С вами Кононова Аня, интернет-проект Faberlic Online. И в этом видео мы с вами поговорим о том, как же снять скриншот, если вы хотите поместить на конкурс выплаты лидеров от 3% свой скриншот для розыгрыша. В принципе, это очень-очень просто. Да, то есть для начала вы распечатываете распечаточку. Я сейчас вхожу в личный кабинет под логином и паролем. И тут вот вверху у вас будет раздел «Отчеты». Нажимаем на «Отчеты» и ждем, пока сможем распечатать распечатку. В разделе «Отчеты» выбираем лицевой счет консультанта. Вы нажимаете «Посмотреть». Потому что распечатать это, конечно же, у вас попросят подключение к ксероксу или к машинке, да, которая печатает на листы. Поэтому ждем, нажимаем именно «Посмотреть». Ну и, конечно же, валюту вы тут можете выбрать любой страны, не только своей, но и любой. И будете знать, сколько вы получаете в долларах, сколько вы получаете в белорусских рублях, да, сколько вы получаете в марокканских дихрам и так далее. Ну вот, отчет прогрузился. Мы сейчас в кабинете Шишкиной Екатерины Андреевны, и ей нужно снять скриншот. Да, то есть я нажимаю print screen кнопочку, и, конечно же, так, минутку, не сняла выделение. Да, я нажимаю print screen, и вот, в принципе, вот могу вот отсюда, да, лицевой счет консультанта ввести. И добавлять, вот значит, ОС, ЗЛГ, выплаты, да, идут. И я вот таким вот образом делаю скриншот. Он сейчас появится. А, да, то есть нажимаю «Сохранить». Скриншот я обязательно подписываю, что это выплаты по 18-му каталогу 2017 года. Да, то есть вот он у меня, этот скриншот. Видите, он у меня выделен. И отсюда уже вот из этой папочки, или можете в любую другую папочку, да, то есть этот скриншот поместить в загрузку. Да, то есть давайте с вами нажмем «Добавить фотографию». И ищем путь, где она есть. Вот, в принципе, видите, как бы иногда скриншоты теряются, да, то есть я зашла в эту папочку со своими скриншотами, и самое интересное, что я могу сделать, это сортировка по дате, по убыванию, то есть свежие скриншоты всегда будут вверху. То есть я нажала, он у меня отсортировался, сейчас я его выбираю и нажимаю «Открыть». Вот я его открыла, да, и тут я пишу свой регистрационный номер. Мой регистрационный номер, это как раз-таки вот он и есть, да, то есть я его копирую, и вставляю туда, куда нужно. Вот и все. И нажимаю «Добавить фотографии». Ой, минутку. Да, то есть и все, в принципе, да, и сейчас мы с вами заходим, работа в интернете Faberlic Online, заходим в этот плейлист опять-таки, и этот скриншот уже есть тут. Да, то есть, ну, молодцы, скриншотов, конечно, много, да, то есть, и вот таким вот образом скриншоты можно делать, да, то есть, вот этот скриншот Сумина Анна Вячеславовна, да, то есть, доступно 14 рублей, ничего не понятно, да, то есть, этот скриншот неверный, да, как вы видите, то есть, смотрим дальше, Герасимова Венера, молодец, все хорошо. Да, то есть кто-то столбцы сохраняет и так далее. Вот таким вот образом мы с вами можем потом поискать свой скриншот. Некоторые его теряют, выгружают два раза, но этого делать не нужно ни в коем случае. Да, то есть кто-то подписывает. Вот эти вот, я, конечно, не буду со следующего каталога уже брать на конкурс, потому что доступно 0, моя ОС 182 рубля. Вот, я считаю, что все-таки хотелось бы что-то более четких скринов и выплат, а тут выплаты, они не четкие. Вот он наш скриншот, да, то есть с регистрационным номером,
тут регистрационный номер видно, да, то есть и все такое прочее. То есть все очень даже удобно, да, то есть и выплаты видны. И ну что ж, все, рада была быть вам полезной. Не забывайте, что скрины без регномера на розыгрыш не принимаются. Скрины принимаются в этот раз до второй пятницы от начала каталога. А в следующем году, скорее всего, тоже будут до второй пятницы, так как там новогодние праздники, и не все работают на первой неделе после Нового года. И третье, конечно же, выкладывание двух, трех, четырех и так далее одинаковых скринов на конкурс – это удаление из участников по розыгрышу вообще. И знайте, что если ваши директора выкладывают скрины, они выигрывают этот конкурс, да, по генератору чисел, то, конечно же, они между вами разыгрывают этот приз между лучшими, может быть, лучшие рекрутеры или еще что-то, да, то есть они имеют право оставить себе или разыграть между вами, новичками. Вот те, кто выкладывал скриншоты, и те, кто до уровня директора в его команде. Вот таким вот образом, да, то есть участвуют все, неважно, кто ваш прямой директор, если я над вами сверху, то вы уже можете выкладывать и уже можете легко в нем участвовать. Ну что ж, всем пока, рада была быть вам полезной. Этот конкурс уже длится долго, поэтому я думаю, что видео вам поможет выложить скриншот легко и просто.